Олимпийские чемпионы Авацупер Антон Кушнир выиграли открытый чемпионат Беларуси по летнему фристайлу. Турнир, который в третий раз в истории прошел в центре фристайла, собрал лыжных акробатов из 5 стран. Кроме хозяев, за награды боролись спортсмены Швейцарии, Казахстан, России и Германии. Результаты, а главное качество прыжков, которые показали белорусы, говорит о высокой конкуренции в команде, что особенно радует перед предстоящими Олимпийскими играми в Пхёнчхане. Ну, здесь домашний старт был. Конечно, хотелось порадовать хотелось и болельщиков, и зрителей, и всех, кто верит. Вот, в принципе, получилось все на ура, хорошо выполнил. Хотелось бы еще сказать остальных ребят. Очень здорово швейцарец сделал свою программу, потому что, наверное, его лучший прыжок, который я видел в этом сезоне. Это первое соревнование вообще в этом комплексе у меня. У нас еще время есть, еще можно будет напрыгать на водном трамплине. Как бы вышло на олимпийскую программу, но надо еще где-то какие-то ошибки подточить. Бороться за лицензии на Олимпиаду наши фристайлисты будут на этапах Кубка мира. Правда, Станислав Гладченко эту задачу для себя уже выполнил.